Вот смотрите, если девушка начинает очень ласково, нежно, вот в этом стиле игры общаться с людьми вообще в целом в жизни, с мужчинами, с женщинами, со всеми, вот этот стиль, незамужняя же девушка, ведет себя в этом стиле вот игры ласково, ля-ля-ля-ля, такая всем улыбается, то это значит, что она готова к семейной жизни. Если она ведет себя такая угрюмая или боится, или стесняется этих отношений, это значит, что она не будет никогда заметна и видна, потому что энергия любви через нее никак не проявляется. То есть она скучна людям, то есть она не нужна. То есть поэтому придется вот этот стиль игры как бы в сердце свое взять девушке, которая хочет замуж, иначе она никогда замуж не выйдет. То же самое парень. Вот, допустим, он очень серьезный такой. Есть, знаете, очень серьезные парни такие, он там, армия, война, там, аскезы, работа над собой. Знаете, пока он не начнет на девушек смотреть чуть-чуть, вот так вот, снисходительно и ласково, хотя бы чуть-чуть, он никогда не сможет жениться. Потому что такие парни, вот такие, как бы, они просто пугают. И с ними даже познакомиться невозможно.